На свинина и две баранины, но это все равно мало. Блин, вот когда прет на алмазы, либо еды мало, либо кирка ломается. Чё за подстава, блин? Вот постоянно так. Если не одно, то другое. Плоть гнилая. Чё-то я не хочу её кушать. Я брезгаю. Брезглив на гнилую плоть. Фу. Как это можно есть? Как вы это едите вообще? Я хочу жареное, дайте мне мясо. Дайте мне мясо. Фантомчик. Проходишь ли по фану, играешь? Я играю со своими любимыми подписчиками и фолловерами канала. Спасибо за поддержку, Бибрят. Скоро бибрята не будут голодать, когда мы соберем миллион алмазов. Отдадим все маленьким бибрятам. Фантомчик 01. Спасибо за бесплатную подписку. Приятного просмотра. Окей. Ваш фейл. А, фейл. Да. Кто хочет поржать, завтра приходите. Будем ее убивать дракона. Или он нас. Скорее всего, он нас. Физичный босс, то он нас попустит, как ботов. Этот босс нас попустит, как ботов. Офигеть. Иссушители вообще я не поняла, что это было. Пипец. Я вообще ни разу его не убивал. Я дракон-то ни разу не убивал. А тут какой-то иссушитель. Попустил нас какой-то иссушитель. В игре три босса. А кто третий? Рубильник. Третий босс рубильник. Что? Я его убивал, кстати. Так это вообще изи босс какой-то. Который
который этот накладывает, да? Медленность. Типа часохтёрская лихорадка, по-моему. Это такой большой плавучий хрен белый, да? Я его убивал. Так я его 2-3 раза убивал. Чё, это вообще какой-то попуск. Я же находил храм. Потом с этим, с кексом его убил. Точнее, я его убил, а кекс нубиара. Там я же храм нашел. Как сказал, что в этом хране 3 босса. Вот, я их убил. На изи. Попустил как ботов. 1 на 1. Правда, у меня читерский шлем был. Хотел сказать член, но нет, осуждаю. На дыхание 3 там. Дошек, ничего себе. Дошек, одобряю. Читерский член. На возбуждение 5. Удовольствие 5. Удовлетворение 10. Только у меня такое есть. Ха. Найс, алмазики. Кто заказывал алмазы? Выспался? Нет. У меня сегодня хорошее настроение. Или что-то там, что-то. Хотя, может, и выспался. Я же вчера отдыхал. Вот, сил набрался. Макс 8349, привет. Подписывайся на канал. Приятного просмотра. Да, можно. Шушилка, я же вчера отдыхал, выходной брал. Обычное подсолнечное масло. Это чтобы изжоги не было, понимаешь, рубильник. Если у тебя, если много будешь есть сухомятку, то у тебя появится изжога. Ты будешь огнедышащим драконом. Это не совсем приятно. Так что добавляй масло. С чайком? С молоком? Чаек с молоком. Чаек. Обычный чай без молока — это плюс к изжоге. Если ты не знал. Так что добавляй молоко, чтобы не было изжоги. Нету. У меня есть только код приглашения. Вот код приглашения. Переносимость лактозы, так это же не обязательно шуршалка. Есть же другие средства там. Сет, бля, не ротазом. О май гот.
Блин, я потею. Apex Legends. У меня уже безымянный палец болит нажимать на кнопку. Халярищик меня халяр от цигарлик. Заебательский халяр. Кайфничек на шар. Ой. Хеллер от сейрлик, блядь. Че там, кутах тормозит? Кутах жить не так. А этот хеллерничек от сейрлик. Только бой жить мне. Да, тут по-нашему, по-татарски. Он спрашивает, как у меня дела. Я ему говорю, как у быка. Ну, точнее, как у жеребца. Где бы я ни был, в какой части страны, так везде эти татары есть. Raid Shadow Legends. Мич Ган. Hello, Мич Ган. Raid Shadow Legends. Кто-то ведь стримит Raid Shadow Legends, я даже знаю кто. А, бедрок уже. И кирка уже пол хп. Быстро заканчивается кирочка. Майнкрафте весь музыка такая спокойная. Хочется копать и копать алмазы. Только вот проблема, где их искать именно. Непонятно. Ну, вроде есть какая-то наводка, да? Типа, где много туфа. Рядом с лавой. Конечно, не всегда, честно говоря, работает. Где-то процентов 75, процентов 25 из 100 оно не работает. А 70% попадаются, как минимум, один куб алмазов. Бабусы.
Абобус? Ты что, абобус? Я обычно в таких местах находил, где вот много вот этих красных камней и золота. Например, если вот нашел бы такой стак, и я могу смело вот искать и найти еще и алмазы. Еще посмотрим, сработает ли моя этот, как его, догадка. Если вокруг покопаться. Может и нет, но это не точно. Или это полный рандом? Алмазы эти. Кстати, что добавили в новом обновлении? Кто-нибудь читал? Интересовался? А я говорил то, что если найти стак вот такой золото и как его красный пыль вот этой, то смело можно найти где-то рядом еще и стак, ну не стак, а куб алмазов. Вот. Хотя бы минимум два. Еще есть. Ну да, чуть подальше, конечно, но все равно она есть. В хорошем количестве. Просто надо копаться где-то там, где непонятно где. Еще. Неплохо. Неплохо. Просто надо копать в правильном направлении. Запускать стрим какой? Свой? С чем у меня спрашиваешь? Все хочешь, запускай. Ты что, ждешь моего одобрения? Рубильник. Запускайте крекены. Лучше, конечно, стримить по очереди. Хотя это уже не важно, мне кажется. Я думал раньше стримить по очереди там. Но не с тобой, а с другим челиком, который тоже играл. Так мы играли Геншин. Геншин инфаркт. Я думаю, это уже не важно там. Всем похер. Стримишь ты или нет? Тусовку сейчас зайду.
шуршалка. Главное, чтобы нравилось. Если бы не нравилось, я бы, наверное, не стримил. Да, рубильник. Хорошее настроение. Ну все, игра такая, все, алмазы нашел, хватит. О, найс, еще чуть-чуть. Привет, Машка. Как дела? Скучала. Еще найс. Дела норм, это хорошо. Хорошо, когда хорошо. DS3, Dark Souls 3, что ли, написал? А у меня нету. У меня Dark Souls нету ни одной части. У меня же PlayStation, а не компьютер. Купи. Купил бы, но я ведь не богатый мажор, так сказать. Если бы были бы деньги, то купил бы без проблем. Вовка же хотел Dark Souls.
PS тоже есть. Да я знаю, что она есть на PS. В основном это же консольная игра. Но она тут дорого стоит. Все игры дорого стоят, чем на... Ой, ПК. Понимаешь? Возможно, поэтому я Майнкрафт-то купил кое-как. Взял деньги в долг. Мог бы и бесплатно там. Я ведь стремлю не от хорошей жизни, по сути. Купи, говорит, слона. А ты купи слона. Туф-туф. Охрана. Да, там парочку. С Днем Защитника Отечества. И надеюсь, все понятно. Удачи. Извини, что так долго. У меня кое-что произошло. Инопланетяне напали. Нет, рассказывайте или нет? Про кота, наверное, по-любому. Молодец уже. Насало. Так, раз... Да, короче, кот начинает, короче, у него есть специальное место, шкаф у нас высокий есть, на котором он обычно лежит и спит, ничего он больше не делает. Он только лежит и спит, у него больше нет функций. И когда он с него слезает, значит, он хочет поссать. Я сейчас настраивал стрим, я еще хотя бы не запустил. А, сейчас запущу. Это. Я вижу, он спускается, понимаю, что он будет ссать. А, только почему-то он идет не свой лоток, а идет на подушку. Я не обращаю на это внимания, но может он просто вышел это немножко подышать свежим воздухом, потому что там немножко очень жарко. А он вот так замер на месте и не дышит. Я понимаю, что он начинает ссать. Я хватаю его за жопу и, короче, несу его к лотку. Пицца, к тебе кот вредитель. Да подожди, это еще не вся история. Короче, идите эту картину. 12-летний школьник, тащит кота за жопу, а тот до сих пор сыт. У нас еще какой лоток? У нас там есть две маленькие дырочки. Я, короче, как снайпер, выцеливаю, куда летит моча. И, короче, в эти дырочки пытаюсь попадать. И я сейчас, короче, мыл пол, потому что пол немножко затронуло. Кинул подушку в стирку, потому что я не успел спасти. И поменял туалет ему. Да. Поэтому он сыт. Ты куда попала? Потому что ты за ним ухаживаешь. Да. У меня, короче, два сета брони. У меня есть одна алмазка и одна на зари. Найс. Вообще крутой, да? Еще Зари главное это все. слишком тяжело добывать. А еще Мне у меня это кажется, это кирпич. невыгодно. Но я его умею добывать. Потому что мне вчера рассказал Дустрекер секрет. Кошка. Да. Хорошо, У меня что у меня кошка спит. кот и пес А у на меня кот улице. обоссал кровать. Фу, кровать, обоссал подушку. Кому-то повезло. Котом с кошкой. Но не мне. Мне уже сестра гонит кота. Потому что он У уже меня во сейчас. дворе кот весь такой грязный. Чумазы, он на улице живет. Так, стоять, я скоро Кушевает. вернусь.
говноед, а? Чивос. Это вы услышали, что я сейчас орал, но не кота? Угу. Ну ладно. Он сам виноват. Нахуй на пол сесть. Это шаде, братик. Кот, это шаде. Ивент Генгене. Ну, прикольно. Что, интересно? Я не думаю, что нужно выбивать Яо Мику. Вот, 15. У меня лишних 15 алмазов. И где-то еще 2 скидка у меня будет. Да, она классная, крутая, но она дамагер в основном. И саппорт. Слишком трудно за нее играть. Все, кот, иди на свой шкаф и не возвращайся, и не спускайся. Так, чем мы сегодня занимаемся? Примагеймы, ну, это естественно, Машка, делай ивент. Соучаствуй в ивенте. Все будут участвовать в ивенте, я тоже. Я про Яо Мику говорю. Я поучаствовал, ладно, я никогда на ивентах не участвовал. Вообще никогда. Потому что я ботинок в Геншине. А что, мне знаешь, называется кирка и меч? Как? Кирка называется «Я люблю, когда волосатые мужики», а меч называется «Обмазываются маслом и». О май. Одобряю. У меня... Поэтому они в таком порядке. Что сегодня мне сделать надо? Что? Мне ничего не делать сегодня в мире. Фанезерка есть. Это есть. Райден и Кадзуха, Машка. Райден и Кадзуха. Ты мне дал идейный. Райден, потому что Архонт. А Кадзуха, потому что лучший. Самый лучший. Спасибо большое за идейный, я пошел. Куда? Убивать рейд. Ты сказал рейд, но что-то похоже, короче. Я про этот, про Геншин вообще-то. Я понял, как про майн, поэтому я пойду отбивать рейд. Только нужно лук взять какой-нибудь и зачаровать его. Машка, понимаешь, Кадзуха это Сяо на максималках, в каком-то смысле. Подряд пойдут, да. Возможно, тебе повезет. Так что советую копить. Как назвать стрим? Как назвать стрим? Но если между Райден и Кадзуху выбирать, я бы выбрал Кадзуху, Машка. Хоти. Райден не очень. Ну да, возможно. Лучше Кадзуха. Кадзуха бафает бонус. Кадзуха вообще все бафает. Все рассеивает. Лучше Кадзуха, да. Если у него будут... Еще у него уже все консты топовые. Прям каждая лучшая конста. Не просто там что-то увеличивает, отдает бонусы. Кадзуха самый лучший после деда, чё? У тебя какая броня? Алмазная? Ну да, но я без брони. Значит, тебе будем делать назаритовый. Окей. Я нас за назаритом. А вот да, у меня есть чем заняться. Если ты пойдешь за назаритом, значит мне будут алмазы сейчас попадаться. Я мог тебе дать немножко алмазов, у меня же еще остались. У меня осталось 15 алмазов. Так у меня вот самого много. Ладно, прохладно. Да. Я не знаю, как назвать стрим, назвал его ладно. Может.
Приветствую тебя на стриме, Маш. Как у тебя дела? Как у тебя настроение? Так, сегодня у нас воскресенье, будешь начинать свой этот реал Воскресенье у нас заканчивается, да? Да, получается. завтра. Завтра заканчивается сериал. А нет, Это завтра. 19 числа, сегодня 17. Значит, суббота заканчивается. Ну вот, значит, начнем сейчас. О, Машке все отлично, это замечательная новость. Сейчас я пойду. Начни воскресенье, воскресенье выходной, много народу будет. Все будут играть Да, мне же. Майнкрафт. Будем строить цивилизацию. Стена лавы. Можно место где-нибудь вон? Вот. Ура. Гравий. Даже не знаю, что хуже, лава или гравий. О, посмотрим. Посмотрим на что. На то, как я буду делать это. Цивилизацию Давайте строим реально. ставку, как быстро умрет этот рубильник в аду. Да не сдохну я, нормально будет. Я это слышал в первый раз. Да нормально все будет. Меня выносит охрана. А вот и кварц. Я не хочу свою броню ломать имбовую. Я вчера уржался над кексом, когда он льва пошел убить. Ну, льва хотел убить. Да. Нет, возвращаю броню. Броню я более себя хорошо чувствую. Плюс меня лава Зачем на тебе спасает. броня, если есть сохранение инвентаря? Ты ее просто Ну, я не сейчас хочу сдохнуть. накоцаешь и все. Так ты и так можешь сдохнуть, у тебя все останется. А Так броня я на тебе потеряю, сейчас может, пока. этот один из рейд подряд. Я сейчас его просру, потому что сдохну из-за лавы. И плюс, окей, у меня опыт позволяет себе зачаровать ногу и сделать ногу. Ну так сдохни, А, опыт что? и вещи останутся. Гузель, привет, привет, Гузель. Спасибо большое. О, вот и Назарит уже. Уже два слитка. Юный стример. Вообще, да. Вообще, у нас не... О, это Вообще. кот. У нас, короче, в классе есть такой прикол, типа, я легенда. Это Руслан вообще никак... легенда. Да, не, это вообще никак не связано с Твичом. Типа, люди знают там про мой Твич, но это вообще не с ним связано, с другим приложением. Порнхаб. Ты чё? Кто вы хотя бы чё говоришь? Это раз, а во-вторых, он лифанс. Нет. Три зрителя, что? Я чё, знаменитый? Ты сказал Порнхаб. Легенда, чё с тобой, тебя знают? Разгул 10, легенда в А, этом юный стример, три зрителя. Порнхаб. Легенда, чел с тобой, тебе знает хоть? Наиль, ты же знаешь обо мне, да? Кто ты такой? Ты кто? Дядя? Дядя, не надо. Ты не знаешь легенду рубильника? Что? Нет, кто это? Чё за кент еще? Чё за тип? Не знают легенду Капец, рубильника. я этот мамонт. Можно это пояснить мне бригаду? В чем прикол? Короче, я могу тебе рассказать, почему меня называют легенды в классе. Давай, мы все Пояснить. внимание. Короче, раньше, в году так 17-18, я снимал в таком максимально кринжовом приложении, как Лайк. Может, слышал где-то?
Рассказывай, я просто ем. Ты слышала, что я сказала до этого? Да. То, что я снимал в кринжовом приложении Live. Так вот. Типа, потом я перестал, перешел в ТикТок, про меня все забыли, хотя я в ТикТок и так не снимаю. Да боже, я сейчас умру. Сейчас выберусь и расскажу. Потому что я не могу рассказывать, когда меня коцают. Так вот, и вот, в 2021 году моя одноклассница Оля начинает делать стикеры из моего старого лайка, то есть всякие прикольные там есть у меня. Там или смешное выражение лица, или что-то такое. Ну так вот, и вот, 27 февраля я пообещала, что я вернусь в это приложение. Да, но сейчас какое 17-е? У меня 3 стикер-пака, вот. У Оли 3 стикер-пака этих стикеров. А, идиот, я все время не на той высоте копался. Боже. Ну или тебе что будет нужно? Вся зарядка или только вещи? Что там стикеры? Вот, и моя одноклассница сделала стикеры со мной из тех старых роликов. У нее есть 3 стикер-пака с этим. ВКонтакте, что ли? ВКонтакте, в этом, в WhatsApp. Вот, сейчас мы сидим, вот, угораем и используем для общения. Популярно. Что... Ну да. Значит, ох уж это популярность. Скружила тебе голову, и теперь ты на Твиче. Ой, Твич. Я не знаю, почему Твич стал пробоваться. Го гулять по шахтам. Я в шахте, я только вас. Вот и обломок. Я как будто в этом Властелин колец. Хожу тут по Мордору. А сколько я уже нашел обломков? 5 обломков я нашел уже. Душнило. Вовка душнило пришел. Капец. Капец, все. Скоро кот легенды станет. Ты... Вопрос, Оля, ты слышал мою историю? История о рубильнике. Нет. Она не расскажи, знает, как она зовет искать. А ты в аду, что ли? Нет, это не мне. Ты не знаешь, что ли? Вот и не надо. А кому надо? Шуршалки. Шуршалки? Король шуршалки, смотри. А идешь на 9-ю высоту и просто копайся вперед 2 блока. Вот. А можешь копать очень быстро, потом просто возвращаться и осматривать. Не... оставила ли ты на зарифовые блоки? Надеюсь, им все понятно. Удачи. На девятой высоте, потому что чаще всего спавнится мазерит. Я могу даже объяснить, почему это и так. Ну ладно. Коля Николай, Коля. Да боже, а можно найти вот обходной путь? Ебический способ. Секрет фирмы раскрыт. Гениальное просто, шуршалок. Гениальное просто. Вообще какого-то определенного способа просто копания нет, поэтому просто скажу, на 9 высоте чаще всего спавнится. Вот я нашел уже. Три штучки в одной кладке. Так, стой, мне нужно сейчас один слиток. На Юле нужно один. Когда стрим по ПТ, что это такое? А что, у меня 8? Вот, так я могу там уже вздыхать на самом деле и делать слитки. Ну ладно, может я еще один добуду сейчас, чтобы себе кирчик починить. Начиная с 11 и ниже. Это о чем?
Проназрит, наверное, шушок. Не, смотри, назрит может спавниться от 8 высоты. Ниже 8 не спавнится, можно ниже 8 не искать. И выше 130 тоже нету, 129 максимальная высота. Смотри, могу рассказать, а в одном чанке может спавниться две кладки. Одна спавнится от 8 высоты до 22, а другая от этой, от 8 до 129. Вот. А еще космические задания для Бралайф 10 рублей. Ого. Богатый, богатый. Богатый, 10 рублей. Да, я купил, я уже кое-что, на кое-что потратил эти деньги. Ты обманщик, она находила. Находил? Нет, это прям, это инфозина, это. Инфосотка? Угу. Ну, не знаю, не знаю. Кому верить, не знаю. Или шуршелки, или тебе. Где ваши доказательства? Привет, Руслан, как дела? Био на какой высоте можно найти назарит в гугле? Он тебе покажет от 8 до 20, до 129. Будешь убивать его Мику выходной. Посмотрим, как трим будет, может опять донат будет. Хап-хап-ха. Кать, Нель, во сколько будем дракона убивать? Что? Часов, во сколько дракона будем убивать? Хз. Не будешь? Ну и ладно. А, не стоит. Так из-за внешки. Ну, просто фишель на максималках. А, так я опять не на той высоте копаюсь. Та же самая ворона, только три вороны, по сути. Я думаю, я ее мика не стоит. Лучше Сёгун Райден. Не, лучше Кадзуху первую. Первую на выби. На этот. Самое эффективное это Кадзуха, Райден и Какоми, я думаю. По большинству. Много. Аяка, что ли? Аята? Спасибо, шушалка. Хорошего дня. Не скучай. Уходит уже? А что, про Аяту есть хорошая информация? Про его способности? Ты думаешь, это Синсё на максималках? Если это Синсё на максималках, то... Его будут выбивать абсолютно все. Пара иду. Ну ты хотя бы куда-то идешь, а я целыми днями дома сижу, шушалка. Так что я тебе завидую в каком-то смысле. А ты не ходишь гулять? Ты не хожу. Гулять? Хожу. Я сегодня часто? Только за пивасом ходил. Ай-яй-яй, не надо много пить, надо много. Так я не пью, я употребляю. А, ну я вижу, вы гурман. Да. Только ценитель. Много инфы про это есть. Хз, честно говоря, этим... Этой информации верить, конечно. Но такое себе. Если еще немножко поем, креплюсь. Блин, душу комба. Я бы еще бобы добавлял. Не, я сосиски добавил. Фасоль в томатном соусе. А теперь мне нужен чей сет, блин. Если бы Геншин добавили этого, как его, Аято,
Из бездомного бога ты бы играл, Геншин? Да. Нет, я и так играю, конечно, очень редко, но если бы его добавили, я бы как... Я бы ненормально, я бы задонатил бы и пытался бы выбить его. А есть я-то? А я... Этот... Юзу... Юкузо... О, блин, я его забыл. А, сейчас помню, как его зовут. Якудза... Нет. Ну, это, короче, оружие. Возможно, добавят. Юкине, вот его зовут, Юкине. Еще Но один это слиток не точно. добываю, пару. Короче, я еще один слиток добываю, о, еще одну штучку добываю и ухожу. Входите. Нет, я в обычный мир пойду. Я тоже думал, что это как его. Инфактор Руслан. Да, есть такой. Мне в последнее время встречи проблемы. Очень много я букв глотаю, и еще это я Как не его добавила. этот? Я тоже думал, будет там Сяо Имба, но для меня оказался очень трудным в использовании. Я сомневался насчет Кадзухи очень. Сомневался насчет Какоми очень. А получилось наоборот. Ты минус сало. Ой. Может, я просто не понимал, что значит анему, раздув там все такое. И гидростатус. Ты Хил минус гидро. сало. Сало ботик. Сейчас приду. Блин, не хочу эту кирку терять, она имбовая. Опять на шестой высоте копаюсь. Девятая, девятая. Блин, я обожаю копаться в аду, потому что не надо факела. Потому что факела это уголь, а уголь это траты. Зачем тратить? Вот пошел вас. Накопал на заре, ты продал его за алмазы. Ебать, Варкс. Блин, мне нужно, короче, починку найти. Починку и этот на кирку поставишь, чтобы я когда опыт добывал, хотя бы немножко, у меня чинилась кирка. Вон там целый уровень ее полностью чинит. Матвей 1004, привет. Это все офнулись. Мне последний слиток бы найти. У последняя бомба, и я пошел домой бы. Матвей, алло, подпишись, не обязан, скажи, Матвей. Что Короче, тут нет, он бездомный. происходило? Мы играем в Реал. Кто-то У нас добывает на последние заре, тут. дни Реалма. Да. Послезавтра будет последний день. Да, последний день мы пойдем гнать дракона. Когда очищу инвентарь от мусора? Как подписаться? Там отслеживание канала, кнопка. Да. Еще есть платная. А когда у меня будет компаньонка, у меня будет платная подписка? Ну да, она же у меня есть. Вдруг она дается там с партнерку?
Или у тебя партнерки нет? У меня компаньонка. Партнерки там, по-моему, вообще правила капецки жестокие. Просто. Ну да, тебе нельзя будет стримить на других площадках, кроме YouTube. Ой, и Twitch. Серьезно? Да. Окей, то есть только only Twitch. А какие приколюхи у меня? Ну, тебя больше будут начитываться за рекламу. Там что-то еще есть, точно не знаю. Короче, так, хрень хочу... полная. Короче, хрень, да. Обязаловка. И все. Матвей 1004, спасибо за бесплатную подписку. Бро, он тоже подписался. А, стоп, я далеко от дома. И у меня около деревни нашли. Блин. Еще приду. Прям будет длиться месяц. За месяц я хочу построить одну идею. Интересно. Ну, оттуда нам надо. То есть, если я появляюсь, то нужно вот туда идти. Сейчас помню. Быстренько. Вот да, вот туда. Бочек, я буду ходить. Открывал хуй. Никуда, никогда из дохка, знаешь, что? Ты что, он же легенда. Никоглай. Вот а нет. Вон это, накрутчик. Накрутчик? Да, хотя мне кажется, сейчас так скажу, от меня два человека отпишутся. Ты что, он же крутой. Популярный. Нет. Ты где? В деревне? Чё? Ты в деревне или в шахте? Я в деревне дома уже. Что? В нашей деревушке. А ты где? Около сундуков. О. Вот ты, пошли за мной. Куда? Домой ко мне. Чё, хочешь меня закрыть в подвале? Не-не-не, я не такой. Короче, сейчас ты мне кое-как поможешь быстренько, потому что это... Мне кажется, он не хочет закрыть канаве. Не, я не дурачок, вот у меня есть древние обломки. А ничего себе эти вот. Да, можешь, пожалуйста, оттуда пока принести мне это? Все испортил, как обычно. Да? Спасибо большое, да? Это взяла ушко. Придумаешь механизм тяжелый, а его в итоге... А еще, Кать, смотри, что я сделал. Это уже не ловушка, пошли. Аккуратно так, первый шаг. Да, да. Я думаю, что тут пустое, пустое, прозрачно, все. Не достроил я. Вот тут, короче, мне это... Немножко увеличил, потому что у меня... О, спасибо большое. Здесь должен быть один незарит. Еще один обломок, один. Окей. Писали, я вернулась. А, ну все, тогда хорошо. Нету? Mm-hmm. Блин, где же? Я 10 это отправлял, я же помню, 11 литров тоже. Там 15 саума. А, нету. Так, у меня ряд. Вот! Вот, Наиль, вот тут было. Ну чё тут? Ну тут был этот, один обломок мне нужен был. Все, все переплавилось. Дальше я делаю слитки, а слитки это незерит. А, во-первых. На. Чё мне сегодня делать? Ну ты можешь его в алмазку потратить, типа алмазку сделать вот такую. На, вот это забери незеритовый скраб. Ты... Сколько у тебя их было? 4, по-моему. 4 незеритовых скраба это 11 литров. Так на, забери себе слиток, он мне не нужен. Ты не хочешь себе делать на броню, что ли? Нет, смысл. Ну, оно типа будет имбово, и смотри, как прикольно выглядит, как будто я афроамериканец.
Я закрыл ловушку, может. Тут за это ничего нет, это замануха. Это специальная комната для ловушки. Хочешь посмотреть Комната. механизм? Какой? Вот тут механизм внутри. Ничего себе, тут это сделал. Короче, смотри, когда вот, короче, когда ты перешагиваешь, вот это он отключается, и вот эти поршни, они начинают закрываться, и они, короче, не работают, и ты падаешь. Прикольно. Да, я хотела так на вас назарядку бы, на собирательную назарядку. Да, только надо тогда врубать тогда. Это все, да, братик. Нет, меня поймали. Давай, я тебе помогу сейчас, Бейс. Да и тебе блоки скинуть или у тебя есть? Есть у меня. На, немножко тебе насыпли там. Так, мне нужно золото. У меня было золото, по-моему, дофига. Хранить, Руслан. Что, я жесток? Ну, жестокий очень. А, все, у меня три, у меня четыре слитка назарита. Вау, что я могу делать? Пойти себе сделать новую назаритовую кирку. Пойду сделаю. Сколько у тебя алмазов на ней? Стак. Почти. Полтора стак. У тебя больше, чем у меня. У меня 15. Ничего себе. Может, мне сделать назаритовый топор, назаритовую мотыгу и назаритовую лопату? В банок сдай. Не прибавится в процентах. И чё, потом, типа, это как называется? Вкладываю деньги в банк. И через месяц там уже не 100 рублей, а 200. Да, ну не 200, а 15 ну, это рублей. Я примерно сказал. Это слишком большие проценты. 100%, что ли? Да, 100%. На 30 дней 100%. Максимум 10-14, но 100 нет. В других банках что там, сколько процентов? 2%, по-моему. Или 7, не помню. А, я хотела еще кирку себе починить, короче, назаритовую. Легче, конечно, новую скрафтить, но на ней было бы зачарование, я боюсь ее потерять. 64, 38. Короче, много. О, пойдет. Мне нужен опыт. Сколько? Много. Что делаете, юноша? Прекратите. Буянить. Да, о, у вас такие же крутые тапочки, как у меня. Походу. А, у меня другой скин же. Покорми собаку, хорошо. Кстати, давай я покормлю всех. У меня первый есть. Сколько у нас его песель на базе? Второй. Песик, песик. А, это мой пес, кстати. А еще в аду, по-моему, один стоит на входе. И это тоже мой, оказывается. Они сейчас будут чпокаться. О, маленький бебрик. Нет, не надо, дядь. О, бебрик. Можно я его убью? Нет. Ладно, я его вырос, я его вырасту. Нифига, он быстро вырос, обалдеть. Все, съезжай с квартиры, 18 такого. Блин, у тебя три бебрика. Короче, когда я гулял, я нашел себе бебриков, они тоже это делали чики-брики. И, короче, потом я их потерял. Печально. Грустная история. Про бебриков. Да. Какие у меня очарования есть? Удачи 2. Блин, нет. Это говно. Удачи 2. Удачи 2 на... 3? Это очень глупо. Не, а хотя что я тупо, я же могу сделать вот так. Это синий ободок? Да, это такой. Это синий? А, да, это синий. Это мой какой-то новый пес. Короче, я просто как очень умные люди. Как забрать мясо? Я могу тебе скинуть немножко. Нигде жарится. Жарится оно или в коптильне, или она сама, оказывается, точно.
сама выкидывается. Вау. Я А думал, вот ее здесь вместе кто-то надо. шарит. Я буду делать новую алмазную кирку себе. Новую алмазную, новую назаритовую. Неразрушимость 3, мне нужно 9 уровней сейчас как-то накопить. Нужна кирка до страйкера, у страйкера есть имбовая кирка, которую я ему отдал. На... Что? Наиль? А ты в курсе, у тебя есть кирка на неразрушимость 3, удача 3, эффективность 4, она еще назаритовая. Да. Давай я починю тебе отдам. Нет, слишком дорого обходится, назрит. Я могу тебе мою отдать и эту себе оставить. Да мне его дофига. Ну иди забери себе, мне он не нужен. Лучше все алмазное. У меня новая кирочка, йоу, ебись. Короче, я чиню. А у меня будет две Привет, назаритовые Топкун. кирки. Две назаритовые кирки. Зато у меня вау. кайфовый меч. У меня тоже кайфовый меч. У меня, знаешь, какой меч назаритовый? Какой? Неразрушимость 3, облик огня 1, отбрасывание 1. А у меня острота 4, облик огня 2, добыча 3, неразрушимость 3, отбрасывание 2. Понял. Сколько у него урона? Сколько у него урона? 12. А, блин, у меня 10. А нет, у меня 8. А подожди, я его скинул? А нет, я его не скинул. Когда норм качества, через 100 тысяч лет, когда мне в деревню проведут интернет. Идите к рубильнику, у него 1080 пикселей. Когда будут машины летать, мне тогда только, наверное, проведут интернет хороший. Блин, то есть смотри, у меня две назаритовые кирки с одинаковыми... Зачарование, только разные названия. Неразрушимость 3. У меня есть еще одна пустая алмазная кирка, если нужна. Алмазная кирка? Пустая, вообще без ничего. Давай. Может мне бебрик оставить, если я, например, вот... Удача 3, бебрика. Неразрушимость 3, эффективность 2, о, хорошие будут. Может мне твоего бебрика застрелить? Не надо. За что? Ты обалдел. Не буду. Он вас не трогает, мои хорошие. Я придумал, как можно потратить алмазы. Да, я придумал, это гениально. Только мне тогда нужно дерево. Надо было дерево, надо было назарить в сарате в топор назаритовый. Ты такой богатый. Не богат, Все чем строим машины, которые летают. Во. Так, ладно, нет, я пойду зачарованно алмазный топор сделать. Так, что мне там пить? Айхот бебрик, ты чё, бебрика застреливаешь? Нет, это был... Да, он хотел убить, но его остановил. Это Машка. Шутка, нет, обманывает. Хотел... Врет и не краснеет, Наиль, хватит. Сейчас пойду и порублю тебя. Меня-то за что? Потому что ты на меня наговариваешь. Наговорщик. Не хотел никому трогать. Видишь, какие прикольные, я их кормлю. Вот тебя. Тебя. Ой, видишь, я добрый. А ты Нет, сам что сейчас тут дом. Делаешь? Неразрушимость, неразрушимость, неразрушимость. Я таких собак кормлю. Не хотел я их убивать, они хорошие, видишь, я тоже хороший. Добряк, добряк, да, добряк. Пойду. А, у нас есть дерево. Я хочу, короче, построить... Лохотрон, ой, а хотя построить аттракцион интересный да, на алмазы. Да. Мы все уже поняли. Давай, будешь играть? Конечно. Это... Я знаю секрет, как можно выигрывать. Давай. Но я это не расскажу. Ха. Ну ты его можешь использовать, ладно, мне все равно. Сейчас я только найду
У нас что, нет дерева? Серьезно? Нету. Настолько бедные? Да, я же говорю, куда сюда дерево, кто-то в дом, ой. Давай посмотрим. А у нас, по-моему, больше всего ушел на арену. Кто вообще все на арену всрал? Дрейн, Зачем нам такая по-моему, огромная стрел. арена? Нифига. Или А, я еще достройкер. помню. Я вспомнил, куда я последнее дерево слил. Последнее дерево слил я, знаешь куда? Куда? Около танка и дома же есть еще моя постройка. Да. Вот она. Молодец. Все Минус слева дерево. огромный хуй. Я пойду сейчас добывать. Да, надо, кстати. Я пойду добуду стаков сколько? Немножко, стаков 3-4 мне должно хватить. Больше ушло на ферму. Нет. Вряд ли. Вот. Вот какой-то У этого. идиот. Вот объясните, кто это построил, а? Как мне стыдно. А вот этот Кекс дом самое построил где? больше потратил на свой дом, который потом сожгли. Чего не кузницу, кстати? Кузницу? Кузницу, кузница? Мне говорит Машка чекнуть кузницу. А что там, что-то будет? Кузница из чё Дрима. Ну, конечно, там вряд ли что-то оставил, потому что он не прям супер богатый. Но он богатый. Самый богатый человек в игре, в мире это... Давай, киляли, я С днём рождения и сильных слов от клана. Да, самый главный, да, Ооо, татар шатали! Ибет! Ибет! Пусто. Там ничего нету. Кузница пустая. Банк. Ну ладно, банк каменный. Я не понимаю, почему Дрим построил этот дом и не хочет в нем жить, потому что домик офигенный. Я убился в тебя, так бегу, но ее видать. Блин, он еще и здесь подстроил. Это имба. Мне не нравится это. То, что очень такая постройка. Типа, она была обычная. В смысле, там крыша нет, она сгорела. Да, она сгорела, потому что ее поджег кто-то. Я думал, ты говоришь, типа, человек, потому что тебе Кекс, например, сказал, то, что он устроил огромный тайник. И ты мне этот тайник сейчас спалил, и я думаю, я сейчас разбогатею. Ну ладно, сейчас мы будем строить по типу такого же, что и этого. Типа кузницы будем сейчас строить. Это будет называться «Попади» или что-то там. Будут выдаваться сломанные луки и по 3 стрелы. Если не попадаешь, ты не должен алмазы. Я отойду. Хорошо. Вот, я отошел. Сейчас мы добудем много дерева. Короче, АФК, пойду покушаю и вернусь. Давай, приятного аппетита.